Это фон. Там стоят автомобили, наварились, меня наши сюда друзья с автомобилем, не поеду. Это безопасно настоящее. Это безопасно. Я замечаю, там аварийная ситуация, видите? Аварийная ситуация. Все вы видели это видео. Мы здесь устаем. Там деваться нет. Пацаны, ответственность может быть всякая разная. Но вы учитываете, что у вас будут дети, и они будут так же по зеленому светофору, по зеленому его сбили, по зеленому. Вот туда парнишку, вот он идти. Вот его на игрушке. Его сбили по зеленому светофору. По зеленому. Ну, вторым рядом лезет, ёба. Наше государство может только фотографировать всех и может только снимать правонарушения. А то, что 7-летнего гражданина задавили здесь, всем по барабану, накажут только водителя. Ничего больше они не сделают. С собакой будут вон автомобили нюхать и все остальное. Оперативный сотрудник, он вообще на отличительных знаков может не уметь. Успокойтесь, ребят. Сотрудник того, что я не знаю, что он матерится. А вы материтесь. Оскорбляйте его. Чехол? Что такое слово чехол? Я слышал много других слов. И также вы говорили успокойтесь? Спокойно. Да вас бы не успокоить было бы. Нет, вас было бы не успокоить. Личности не надо переходить. Вас было бы не успокоить. Ничего не сделать. Вы бы самосуд устроили. Уже ничего не 7 сделала. 7 лет ребенок. И почему ничего? Остановить 32-й маршрут. Пусть водители учатся. Молодые на базе сейчас ничего не сделают. Пусть пока на автомобилях пас водители учатся ездить. Сейчас, во-первых, вы перегородили дорогу. Да. Если нарушить. Ну, пусть мы нарушаем, мы заплатим штраф, но мы нарушим. Ребенок погиб за что? Он по зеленому светофору переходил дорогу. Я вас прекрасно понимаю. У меня также 2 сына. У меня 1. У меня также 2 сына. 2-й класс в садик ходит. Ну и? Ну и? И? Что вы мне сейчас конец-то здесь-то. Что конец-то? Вы мне-то пытаетесь доказать? А вы-то что мне хотите доказать? Как будем наказывать? Вы мне что хотите доказать? Этим занимаются следствие. Занимается. Следствие, одного водителя, а остальные что? Они такие. На следующий день уже что вытворяли? Мы хотим остановить транспортное средство 32-го маршрута. Мы не останавливаем весь поток. Все проезжают согласно инструкции. Мы остановим 32-й маршрут полностью. И мы не дадим ему дальше действовать, чтобы именно представитель этого маршрута тоже почувствовал на себе, каково. Пострадала мать, она одиночка, она пострадала. Я думаю, она сейчас. Да он чувствует, ни хрена не чувствует. В том-то и дело. И он и маршруты ездят, и он этому рад. Он ездит на крылоке 200-го. Все ездят. А пусть остановится маршрут, и сегодня ему прибыль не принесет. Видео сегодня, за сегодня. Ездили на красный, так и тогда он пострадает. Сегодня, если маршрут остановится, мы не отойдем в дорогу. Здесь же часть отходит. Если маршрут не остановится, мы отойдем. Мы отойдем, потому что вы сейчас перегородили тоже ему проезд. И пойдет 32-й транспорт, мы ему остановим. Да и пусть нас покажут. Таковы наши указания. Ребенок погиб, 7-летний. Кто сказал? 7-летний, я понимаю, вот это все должность. У вас все обязанности, не все. Куда у нас колеса спустили вроде, да? Ну, есть такое. Ну, монтаж, короче. Я бы его замочил. Просто прям здесь бы замочил. Если бы это был мой сын.
Я бы то же самое сделал. Вы понимаете, у каждого из вас есть дети. У каждого. Может быть, будут. У каждого из вас дети. Ну а что вы сейчас с этим хотите? А что бы вы добились, если бы вашего сына здесь избили? Ну, да, наверное, что вы хотите? А что бы вы добились? Что вы хотите? Мы хотим остановить маршрут номер 32. И что вы хотели? Чтобы директор вот этой организации, соответственно, маршрутного класса... Да принимает к нему меры. Как вы не просто почувствовал на себе убыток компенсации. А просто вы? Встанут нет. Все. Ему подержало. Он сожалеет об этом, не переворачивает. В смысле, а вот это вот, то, что вы сейчас здесь устроили, это незаконно. Так а надо народу действовать. Надо народу действовать. Раз вы в свои руки инициативу не берете, нужно народу действовать. Раз вам по барабану всем. Ну каким? Вот так же воспитывать водителей. Вы видели, что на красный творится, как пазики на красный едут. Я вам сейчас могу видео показать. Вот пока причина. Занимается. Она только занимается. Дай бог, что занимается. Всем по барабану, всем по барабану. Можете забирать всех в отделение полиции. Что вы этим докажете? Что, я что нарушил? Красава. Я только хочу добиться правоты. Я хочу, чтобы вы все это понимали. И чтобы вы своему начальству... Ребят, ну ешкин кот. У всех есть дети. Я понимаю, вы полицейские. Вы должны просто своим... Правда, я в другом уточке. Я могу вам представиться, вы меня проверите. Нет, я сначала выскажусь, и я хочу, чтобы вы понимали. Подойдите, пожалуйста. Не нужно мне указывать, что делать. Я подойду и... Хотят, чтобы я представился, подошел, документы все, дела. Я гражданин Российской Федерации, у меня имеется паспорт, прописка курганская, город Курган. 7-й микрорайон, дом 7, квартира 32. Соответственно, я ничего не скрываю. Просто... Молодой человек, проявьте, пожалуйста. Я пройду. Я пройду, когда закончится. Я пройду, когда закончится. Ребят, у вас у всех есть дети. И вы всех их учите проходить пешеходный переход на зеленый свет. Идите, пройдем в машине. Он проходил на зеленый свет. На зеленый свет он проходил пешеходный переход. И его нахрен задавил автомобиль в базу. В данном случае ничего не сделает. Делать уже. И что? Я хочу. Ребенка уже не вернуть. Ребенка не вернуть. Я накажу этого хозяина. Если был бы я отец, я бы его убил. Скажу это всем. Просто всем. Это мой бы был бы сын. А мой сын, слава богу, живой. И я хочу это предотвратить. Да, вы все здесь собрались. Вы все пойдемте молодцы. До автомобиля, вы правоохранительные органы. Вы защищаете граждан. Нет, вот реально. Ребенок погиб. Ребенок погиб. Одни игрушки, цветочки, игрушки. Маленький парнишка, 7 лет. Маленький, малюсенький. Почему на железной дороге машинистов избирают просто классом? Они работают сначала 5 лет. Потом они отрабатывают, и только потом и садят на пассажирские поезда, чтобы возить пассажиров. Только потом они получают специальный класс. Понимаете? А у нас на пазиках у нас ездят пацаны, которым 18-19 лет, которые только, блядь, права отучили, сдали, сели и поехали. Завели пацана. Как мать, которая работает вот в этом вот магазине, вот в этом вот. Напротив нее, когда он шел к ней, сына насмерть. Чё делать? Чё? Это как это? Ну пусть те же самые люди пусть ездят 18 лет, пусть также давят всех дальше вот здесь вот на этих пешеходных переходах. На зеленый свет причем. Он ничего не нарушил. Вот, зеленый свет, он. Вот, чё не тормозите его? Где ГИБДД? Почему не пропустили пешеходных? А что бездействуете? Пешеходного не пропустил. Почему бездействуете? Так и вы устроили же вот это столпотворение здесь. Ну так, а зеленый горит. Почему вы? Почему вы здесь стоите? Бездействуете. Вы зачем сейчас это устраиваете? Вы куда смотрите? Труднее, дорожно. Труднее. Всем пофиг. Тогда если вы не действуете, люди будут действовать.
Люди поднимутся. Вы сейчас поднимутся, сдаёте. Люди. Сейчас самый час пик. Люди поднимутся. Вы думаете, мы здесь сбитыми приехали? С оружием? Вы бездействуете, люди будут действовать. Да видео все есть. Все заснято на видео. Вот, только что не забыл открытый багажник. Все видно было. Видео есть, да? У меня есть. Как я зовут? Меня Алексей зовут. Алексей, нужно будет... Да не надо дурачка включать, все видно было. Заявление. Так вы... Заявление. Ребят, вы типа ДД. Вы сейчас здесь что делаете? Вот задайте вопрос, я вам задаю вопрос. Так для красоты стоят. Это стажер вообще на стажировку пришел. Направлены на... Да, как тут, дистанционированный митинг. Ага. Митинг. А то, что девушка не пропустила пешехода... А что такое? А что такое? У тебя сын есть? Есть сын? Есть. Сколько лет? Кого? Сыну? Да. 2 года. Учишь права, как правильно переходить? Правила дорожного движения. Учишь? Да. Учишь? Учу. А человек переходил на зеленый свет. И что, научил? Кто? Думаешь, мать его научила? Научил. Переходил на зеленый. И что? Сбили? Насмерть. Насмерть. Мать осталась одна. Дальше ты что хочешь? Что дальше? У тебя бы сбили. Что ты сейчас здесь сделал? Это что ты хочешь? Ты бы здесь сейчас что делал? А вы почему тычете? Вы почему тычете? Так же, как ты бы стоял. Бы? Так же, как ты стоял бы. Вот. Это весь ответ, ребят. Весь ответ. Все. Вопросов больше нет. Вопросов больше нет. А жесты показывают. Понятно? Вопросов больше нет. Так вы тоже, вы не имеете права тыкать. Стоял бы так же здесь. Это не мой сын, но я хочу сделать так, чтобы мой сын не попал под эти пазики, и я их остановлю. Держите меня, что хотите, делайте. 32-й пазик не поедет. 32-й пазик не поедет сегодня здесь. Малышек, давайте с дороги зайдем. Как я зовут? Меня зовут Максим. Давай. А меня Гудру. Сыну, год и 5. Я его учу, как правильно ходить через дорогу. Показываю ему зеленый, красный. А нафига? Ребят, нафига я ему показывал зеленый, красный свет? Я сейчас это не слышу. На пешеходе? Кто? Скоро пойдем. Зеленый. Куда? У нас скоро пешеход будет ходить туда обратно. Зачем я ему показываю? А, протокол выписываешь. Че, без протоколов тут все? В автобусе водят пассажиров, все ответственность берут на себе, и они просто неграмотные, они просто не научены. Почему так-то, я не понимаю. Документы. На каком основании документы? Мы я на пешеходе граждане перейду. Российской Федерации. Извините, города Кургана. Да. Извините, как вы? Боря. Боря, да, правильно. В данное время все. Тут машины стоят, все равно. Видели меня, товарищ инспектор, давайте. Да, врач. Ну, телефон, да. Я пошел домой. Дай, Макс. По-другому никак, просто по-другому никак отвечаю. Я думаю, все поймут. Все поймут. Все поверят, все поймут. О, первый пошел. Мать одиночка потеряла спину. Спину Алексея. Да хоть штрафуйте. А где он? Снимаешь? Снимай. Да. 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 Да.
Красавцы в натуре. Нормально. Пацаны, только вообще, ребята. Это мой сын, единственный сын, 7 лет. Учил, блядь, зеленый и красный переходить, учил. И чё толку? Научил. Блядь. Парни, 32-й пазик поедет, говорите. Да не поедет он. Поедет. Поедет. Бывает. Каждый день такое, да? Администрация. Администрация помогла семье погибшему? Ага. Какой-то помогала. Да копейки не дала даже. Копейки даже не дадут. Ёшкин кот. У вас тоже дети есть. Так в том-то и дело. Я понимаю, ребят, это ваша работа. Вы делаете свою работу. Делайте. Я вас не понял. Вообще ничего не прилетает. Ничего не будет. Это ваша работа. Я тебе говорю, мне надо его. Я сам такой, я там не работаю. Ну, блин. На данный момент я отсюда не иду. Что хотите делать? Забирайте. 32-й маршрут, я не дам ему идти. Он остановится и пока. Я не знаю. Пусть приезжает хозяин и пусть извинится. Хоть что-то перед матерью погибшей. Он хоть приехал, хозяин пазика, хозяин маршрута. Он хоть приехал к матери погибшей. Хоть как-то морально-то помог, он хоть похоронил ребенка или что, я не знаю. Хоть что-то там он сделал. Ребят, что хоть что-то делал? Хозяин маршрута сделал. Уделал. Да я смотрю, я буду выражаться, забирайте меня, я еще раз повторяю. Давайте выражаться, заберем. Я заплачу вам штраф 500 рублей. Вам это надо? Оно того стоит, да, я думаю, надо. Да, если будет нарушать общественный порядок. За матерок, я думал, у нас в Кургане 31-й. Единственный человек, который на всю тему ходит, и правильно сделал. Так если вы не действовали, люди будут действовать. Люди будут задерживать. Возьмут свою инициативу в руки и будут действовать сами люди. Если сейчас сюда придет мать, которая потеряла ребенка, я думаю, здесь не всем хорошо будет. Знаете, у нас в Кургане одни сестры. Я так понял. Я это не понял, пока не поимел своего собственного ребенка. У меня сейчас сыну 2 года и 5 месяцев, и я понимаю, как я его учу. Дай красный, телефон. Зеленый, у меня 60, красный, дай телефон. Зеленый. На зеленый иди, сейчас на красный он, ну, когда выключится, он а что получается? На зеленый иди, смерть лови. Как сына-то учи? Как сына учи? На зеленый иди и смотри по сторонам. Если едет, остановись быстренько. Это не первый случай. Это не первый. Просто много случаев. Посмотрите, даже утром, вечером. Вот, как это вот так вот.